Всем привет и приятного аппетита! Сегодня будем смотреть, что такое система 50% и как с ней бороться. Потому что если вы не играете так, как я сейчас это покажу, то ПТСы очень тяжело апать. Приятного просмотра, Mid-Tages патч 7.30. А чё это он смеется? Do you not trust in my tages? Do you know who am I? Who am I? Who am I? Китаец какой-то прямо, вот Хуамэй. Да? I trust you, пишет на синем слоте. Ну, красавчик. Меня указывают, кстати. 6 подряд на тэчисе. 15 на 5 стата. 15 на 5 и 6 подряд на минёре. Да, это жестко. Как же страшно сейчас противникам. Ё-моё, ребята, мы им только позаболезновать не можем. Ну, это просто габелла. Просто габелла для ребяток. Соответственно, расчехляемся и поехали покатить тележку. Я Эльтра Вуману, мой френд. Ты как спамер. From Europe. All right, okay, we'll see. Да. Слушайте, я давненько медов в этих асах не расчехлял на самом деле. Но здесь пик прям комфортный. Я должен аннигилировать ребяток. Total Annihilation заказывали, я сейчас вывезу. Даже если не заказывали. Это я так из вежливости поинтересовался. На самом деле, мне по барабану. Я сейчас буду просто выносить ребят. Еще и трек просто бомбезный такой. Чисто на морально-волевых от Сереги. Че, пойдем блок крипов? Поехали, поехали. Ну чё, они отпинают его, нет? Крипов забыла. А, ладно, эти крипы на миде, на самом деле, вот те, кто блокует крипов на миде, они вот просто задроты. Ну, я не задрот, я катаю на релаксе, мне вот эта вся история очень неинтересна. Спокойно, как бы, линию заталкиваю к противнику подальше. И выношу вперед ногами, верно? Ну, поймал орешек от вышки, с кем не бывает. Зато двух крипов. Точнее, одного крипа только пропустил, а трех засолил. Едем дальше. Рина под тавером. Ну, допустим, ты добил. Ну и шо? Нашел чему радоваться. Вы понимаете, вообще вот... У типа стартовый урон 60. У меня 35. 60! 60! Даже там не 40, не 50, 60 стартовый дэмэдж. Что я должен делать против такого? Габен, одумайся. Он все равно не динает, вы видели, он не заденал ренжа. Жесть, фрилиния. Поехали, это победа для меня. Я специально даже ласхиты не делаю, чтобы фору дать челу хоть какую-то. С атакой 60 не добивает крипасов. Он должен мне, я не знаю, 300 динаев делать. Да. А я еще сверху по нему приземляюсь, правильно? Я люблю музыку на стриме. Вот на то. Вот. Ну все, наконец-то. Подбодрили хоть немного парня. Он поддинаивать начал. Уже другое дело. А то сейчас сказали бы, что он проплаченный на линии. Ну, тут такого нет, ребят. Я что снова? Тут все свои. Точнее, наоборот. Все потеют в теории, по крайней мере, стараются. Хотя по тиммейтам это не всегда скажешь. Григорий, здравствуй. Спасибо тебе за 150 и за годноту. Сейчас мы в твоих словах обязательно убедимся. Большое спасибо за музяу и за поддержку. Guys, tranquilante. Why are you arguing with each other? Relax, it's easy game. I'm gonna carry you. All you need to do is hit creeps, understand? Да. Guys, I have a really good lane on top. Опять denial. Парни уже ругаются, что-то ноют там, туда-сюда. Ну, это классика жанра. Я говорю, по тиммейтам обычно непонятно. Что мы как бы потеем и стараемся в эту игру играть. Да. Чувак, тычка 64. 64, я не знаю. Ему вообще интересно в доту так заходить. Это что же самое, что типа, если я сейчас со своим рангом приду просто на один КММР пинать челов. И буду выигрывать линию и говорить, да, я жесткий. У чувака урон в два раза больше, чем у меня. Ну что, да, он жесткий получается, правильно? На линии ласхитит, какой молодец. Я не знаю, чем Габен думал, когда для мидера создавал урон 35 на первом уровне. Это был шок-контент, конечно. Но они с айсфрогом вечно какую-то шляпу выдумывают. Тут ты потом уже просто с этим как бы живешь. И либо миришься, либо нет, как говорится, да? Ну вот мы миримся. Терпилы, получается.
Давай, давай. Динай 300% там у всех крипов. Все, кто подходит, обязательно динай. Ага, ага. Еще и этого за динай тоже по красоте. Жесткий, жесткий на линии, ничего не скажешь. Ух ты! Подбайтил, подбайтил, что прыгнул, но не прыгнул. А чувак испугался и в итоге не добил. Слушай до конца трек. Спасибо Тимуру за все то, что ты нам дал. Дан. Соло! Какое же соло? Господи, я реально это выжил. Вы что, шутите? Офигеть! Какой я жесткий, это жесть! Чувак меня застанил, все равно не смог убить. Идеальный файрик. Я его батил до талого. Это жесть. Чувак, 60 урона. Ты че? Ты вообще чем занимаешься там? Я извиняюсь. Я тут просто стоял самый вкусный на свете. Ты меня не скушал. Ну, это нехорошо. А, Сэвэдж, здравствуй. Спасибо большое за 150. Большое спасибо за музычку. Ну, постараемся. Главное, чтобы все было как бы этот приемлемо, без нарушений. И прослушай мне вопрос вообще. С удовольствием прослушаем. Спасибо тебе. Я, если что, этого крипа даже не заденайл бы. То есть, вот как бы я ни пытался, мне бы не хватило дэмэджа заденать этого крипаса, чтобы вы понимали просто количество дэмэджа, которое я могу выдать по типу. То сюда, пьем клареточку, отдыхаем. You want tango? I don't need it anymore. Спасибо тебе большое, 150. Спасибо за трек. Кларити мне так и не сбил, два мяса пропнуло. Найс, 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 одобряем. Работаем дальше. Стаки забираем, потому что Лина такой герой, который у меня эти стаки может украсть, но вот просто на раз-два, конечно. Да. Так, здрасте, а мана будет сегодня, нет, чтобы это самое? Чтобы я на них ульту использовал. Вряд ли, да? Ух ты! А я люблю музыку на стриме. Идет хорошая и приятная серия музыки. Поддерживаю такой темп. И тебе, Тимур, хорошего темпа. Манмика, спасибо тебе большое за 150. Большое спасибо за поддержку темпа музыкального. Привет. Сейчас я твою заслушаем, спасибо. Спасибо за стрим. Иду чекать рунку. Заденайл, минус ботл. Кстати, вижу, у него здесь нет, потому что он до талого шел туда, в ту сторону и пытался это самое. Ну вы поняли, что-то сделать полезное. Оп. Изи катапульта для меня. Ух ты, еще и варди здесь. Какая красота, однако, да-да-да. Че, ждем типа на линии? Ждем, ждем, ждем. Сюда поставим. Ага. I got my face boots. We can try to kill them somehow. Иди сюда. Ты же мой пупсик на линии. Хороший сладкий мальчик. Молодец, молодец, послушный. Мы с тобой это самое. Мы с тобой поладим. Ты мое солнышко 7000 ммрное. Так, ну поехали дальше. Okay, whatever, dude. Камчатский, здравствуй. Спасибо тебе большое, 150. Большое спасибо за музычку. Спасибо за стрим. Пожалуйста. Пожалуйста, дела отлично. Большое спасибо, что залетел, поинтересовался. Рад тебя видеть. Капельки купил, интересно, нет? Ух ты, бодро, бодро, бодро. В центре там туда-сюда. Опа, сейчас будет вижн ломать. Ну, мы ждем рунку здесь, правильно? А капли есть у чела? Я что-то не разглядел, кстати. Ну, это сломанная механика определенно.
Иди сюда. Да? Ну давай, ну. Тяжеловато, тяжеловато. Ты подошел. Ну давай тебя взорвем. Да, ё-моё. Я сегодня щедрый, ребята, готов работать по всем абсолютно. И ты подошел ко мне. Да что ж вы такие пупсички-то, ну ребята. И ведь ходит, фидит, не ленится. Всем дай бог таких противников, ребята, чтобы вот просто радовали вас, знаете, и не только радовали. И никакого негатива. Я люблю музыку на стриме. И музыка Sorry классная, релаксирующая. Прошлого трека. Да? Такая группа тун с длинными треками. Типа несколько песен в одной. Пусть следующий будет попроше. Чутка докинули. Опа, где-то вард пуганый встал, кстати. Чувак с центрёй чешет, чешет, чешет. Да? А чё, убьём чела? Давай, давай. Не, не пошёл. Эх. Лина портальнулась, кстати. Да. Надо вард снять у Лины. Вот здесь вот стоит вардик. Ага, ага. Прекрасненько. Все нашли, все сняли. У него еще здесь центря стоит. Вокруг ее радиуса вы как-то поиграть аккуратненько, да? Ну, это мы сможем, я думаю. I saw him. I know he's here. Сейчас день будет, мне надо до дня успеть. Oh, just get back, get back, get back. Вроде успел. Отступаем, идем сюда. Можно чуть в троечке посидеть, отдохнуть, правильно? Передышку небольшую взять, так сказать. Фокслайн, чувак, подмены. Порталится Лина, лоу HP тебе. Да? Добейте его. Добейте этого парня, мужики. Давайте, я вас верю. Не, не получится. Да? Ну нет, ну что же вы так пидоните-то? Эх. Ну это команда, это классика жанра. На что мы рассчитывали, собственно? Оп. Гость подъехал. Здрасте, здрасте. Вы к нам, а мы к вам. Получается. Вот так и постакались. Да. А мистер Лина выйдет погулять сегодня? Вот такой вот у меня вопрос. Интересно, необычный. Да. В боте у них Марс, правильно? Стоял. Сейчас не стоит. Отдыхаем тогда чуть пока что. Чуть потише надо сделать, ага. Ну, следим, посматриваем, кто где. Кому куда интересно. Ну, пугни, не хочешь, кстати, проверить тройку? С другой стороны зайти, так сказать. Может, с другой стороны как-то поинтереснее, мин поменьше, правильно? Позитивнее ситуация, я бы сказал. В мире. Я вообще не знаю, где они играют, потому что никого нигде не видно. Go take middle, we have mines around the mid. У нас луну там, правда, Лина гоняет. Опа. Пирожок подошел. Ты там что, вижен, что ли, стоит? Ребята, ребята, спокойно. Ух, ё-моё, ё-моё! Чувак, чувак! Транквилянта. Ух, Тингером пощупали, конечно. Ну ладно, этого забрали, пойдет, в принципе. Ладно, я считаю, размен 1 в 2 нормально. Там, как бы, пальчик, арена, вот это все. А, ребята, моральное удовлетворение вряд ли это принесло, учитывая, что они еще и Лину потеряли. А я по кайфу. Главное в доте, это моральная составляющая. Поверьте, в нашей команде она лучше, чем в команде противников. Давление, так сказать, оформляем по полной. Стаки, там небольшие стаки, ребята. Там, если не ошибаюсь, максимум тройной, но, скорее всего, еще двойной. Сейчас будем бот еще дефать. Ис-ис. Ты котик, я котик. А? Бегемотик на Леоне. Чё там, как? Рассказывай, как дела. Как троечка захватывается. Репорт Тэчес. Здрасте.
Я животное, один финдер. Ты в меня свой финдер засунул. Ты чё, стрелки переводишь? Я вообще не понял. Вот кадр на Леоне. Сперва в меня палец свой засовывает, потом пишет, что я ван фингер и репортить призывает. Похоже на развод, я считаю. Мы такое осуждаем максимально, будем наказывать. Жестоко наказывать причем. Здорово, Травоман, честно скажу, раньше очень бесил ты и твои стримы. И в какой-то момент я стал смотреть тебя каждый день. Настя, какая... Ну ты, конечно, ты жесткий. Так, по порядку, если это самое отвечать. Сперва инкодит Алекс. Заехал, спасибо тебе большое, Алекс, за $2.5. У них такие треки длинные, понял. Вот ты вообще можешь тайм-коды кидать. То есть, да, хотя бы там, типа, самого экшена такого закидывать с тайм-кодом. И у меня оно будет с этого момента, ну, проигрываться, то есть не сразу. Можешь такой путь попробовать. Следующий будет попроще. Спасибо, заслушиваем обязательно. Спасибо тебе. Так, что-то хотел еще сказать. Вот. Спасибо тебе, Халье, за 150. Ну, ты объективно жесткий парень, на самом деле. Кстати, мог убить в теории, нет? Он там под ультой аппарата был. Подойдешь? Кис-кис? Подошел. Вот же сладкий пирожок на пугне. Люблю таких. Вот, спасибо тебе за 200 рублей. За 200. Большое спасибо за поддержку. Очень рад, что тебе нравится. Я не знаю, как это произошло. Ты хоть как-то подробнее раскрыл на самом деле. Вот этот вот момент переходный, когда начал смотреть. Это реально очень интересно было бы услышать. Спасибо тебе в любом случае за поддержку и за песню. Рад, что тебе теперь все нравится. Сейчас пушим бот, не торопясь. На пугне летит. Ага, купил шаль и 5 сентрей. 5 сентрей. 5. 5. Уже 4, но одна просто уже встала. А так у него их 5. Я просто повторяюсь на случай, если кто-то не понял. 5 штук. 5 сентрей. Just start. I'm close. He's gonna be here. Go, where do you go? No, he was running somewhere here, somewhere there. Maybe warding, I don't know. Okay, let's wait. Yeah, probably. You sure? I'll just run away. Да, качайся. Не знаю, он даже не завардил ничего. А я люблю музыку. Интересный молодой человек. Ладно, слушай еще Девина. Не понравится, переключай. Какая красота. Просто я не знаю. Сидим. No! Ах. Чел, что с тобой не так? Придется походу в бот мувиться или чё? Моя команда. Это моя команда, как говорится. Сентри вард. Смачок, хорошо. Кларити мне сбил. Хороший человек. Пойду под мидл. Что там БКБ собирает сразу? Понимаю. Солидное решение. Мне кажется, нас задают, кстати, скоро. Что-то я в своих тиммейтов пока не особо верю, из того, что я вижу. Смотрится слабенько. К сожалению. Смотрится пока слабенько. И здесь тишина. Так, Григорий, привет. Еще раз тебе. Спасибо большое за 150. Большое спасибо за трек. Не понравится, переключай. Понял. Спасибо за свободу действий. Ну, надеюсь, все понравится, все будет хорошо. Большое тебе спасибо за музычку. Чё у него там? Центряк, да? Guys, I don't know why you play bottom. Play here, I have mines bottom. They go bottom, they die. No point to play where you do. And don't go into them. They guard their triangle. Just capture this area, okay? Давайте немного покоординируем ребят. Чё-то они теряются. Yes, for this play in this area. They gonna come eventually. Go, fast, Lina, no?
Or in the bug behind her. Your bottom tower is under attack. These structures are fortified. Guys, capture this. Capture, capture. Your bottom tower is under attack. Ультра пассивные челы какие-то, не знаю, что они делают. Давай на Марсе. Наверх. Не решился. Сюда. Супер аккуратные какие-то передвижения, филигранные у челов. Да? Дуэл? Жесть. It's okay if he dies. He actually should die. Ну, Леона еще убили. Пойдет. Но подкоп, конечно, был классный. Надо было вот сюда куда-то в бок залетать чуть-чуть. Да? Да, я думаю, это изменило бы ситуацию. Ну, мы давно должны были быть здесь. Типа, мы не должны были сюда заехать только на этом этапе. Так. А, это я беру себе. Там мы собираемся купить. Это сюда. Хорошо, отдыхаем. Че у Луны? Щеголяк. А кто моя тройка? Легионка. Ага, хорошо. Здесь 6. Думаю, на войде сюда будет дергаться, но у меня есть довольно много. Еще 3 минуты будет, поэтому поиграем в топе. А Sunflame Жире зарядил канал. Спасибо и привет, ребята, от Sunflame. И Дипок, Дипоч, сабнулся на Twitch. Большое тебе за это спасибо и приятного просмотра. Эх, какая руна приятная. Оля. Oh, late. Жесть. Здесь вард стоит, получается. Но это очень необычное решение. Учитывая, что у них нигде ничего не было. Нейтральный крип убил Леона? На каком этапе, интересно? Get the tower, guys. Hello? They used everything top. Just now. Wait, давай. Такое чувство, что таком их ребята муваются, что-то делают. Очень долго. Они должны были гораздо раньше все забирать. Ну сейчас вышка-то должна быть наша, скорее всего, посмотрим. Еще и глифчик. Это сюда что, в топ нам упадем? Или под бот? Под ботом у меня еще это есть, у меня под ботом очень много, я не хочу под ботом играть. Смоки мы поскупали, малеха. Ага, не вижу. Какие дела? Но есть нехилый шанс, что челы пойдут сюда вардить. Притык. И зайдут сюда, посмотрим. Марс. Здесь не хватит от него, скорее всего. Если он вообще зайдет. Они очень мало фармят, кстати. Типа их почти нигде нету. Мы вышку вообще на фриде забираем по ощущениям. We can accept them here. Yeah, I'll stay here. Go, finish it. They're coming from the back. Just stick to mines, sort of. But they're gonna exchange middle for it. Есть шанс взять сейчас, посмотрим. Плюс вышка для нас, это хорошо, очевидно. А вот пост забираем. А вот и Вайдяра.
Блин, он с шалью, черт. Да? На него не хватит, если он с шалью. На кого-то Марса хватит, если он сюда зайдет. Попробуем. Не, хватило, ладно. Пойдет, бывает. Окей, catch white. Affirmative. Повезло, повезло. Так, 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 так. В боте мы реализовались, под топом тоже поиграли, причем довольно плотненько. Что у нас по Рошану и рэш дэмэджу? Пока непонятно. То с навайпера в планах. Тут накинем. Ветра есть? Не, он вообще чисто в ДД идет на линии. Это хорошо, что он без ветров. Пусть БКБ жмет каждый раз. Если не в ламину будет. I'm pretty sure they're baiting. They have everything right now, guys. We shouldn't force it like this. I'll take region. Yeah. Just try to slowly divert and take the area. We need to check vision first on operation. We see nobody in top jungle. That means they try to catch us, right? Yeah, they do. Ух ты! А я люблю музыку на стриме. Привет. Спасибо за качественный стрим. Где дуэль-то была? Благодаря тебе научился на минере играть. Хороших стримов и поменьше хейтеров. Трек может зайдет, может нет. Real one, вот. Хорошо забрали. It's okay for us, I guess, sort of. Not that bad, at least. Не б шарт. Я бы рулил ситуацию, так сказать, а пока тяжело. Привет. Спасибо большое за поддержку. Привет, привет. Лина, где? Расскажи, пожалуйста, про новый патч. Есть ли существенные изменения? Изменилось ли что-нибудь по игре на Течисе в новом патче? Момент, момент. Так, а Виктору Марко саднулся еще на канал. Большое тебе спасибо за поддержку. Приятного тебе просмотра в новом статусе. Большое спасибо, что поддержал. Че у тебя на погоне? Глиммер и кольцо. Но без шарда я его, соответственно, не забираю. Правильно, правильно. They actually have everything in cooldown. We can try to go. You can go Russian, I have mines there. A bit of brimstone, some cayenne, a pinch of thyme, oregano, basil. No Biki Belina, no Biki Belina. Just stay behind, let them come to mines. Луна. Манта. Ну, Рошечку мы должны забирать, я считаю. Полюбасу. Так, Ворланд, спасибо тебе большое за 150, спасибо за качественный контент, пожалуйста. Так, сейчас момент, типа надо принять. Лук, войт, войт, но манта, лук, лук. 2000. Оригинал хи, оригинал хи. Криво стоит Сентрякса. Без рук. Упс, не в рендже. Чуле. БКБ не вжал, нет, ну ладно. Стойкий. Can go bother to yeah, go play bottom. Уходим, уходим. Look at this one. Лая. Бижна тут нету, я чекнул. Харе. You have shard? No? Ну, такой себе размен получился, конечно. Бижна нету у чела. Это сюда.
Так, благодаря тебе научился играть на миньоле. Хороших стримов, поменьше хейтеров. Спасибо тебе огромное за поддержку. На хейтеров пофиг, а стримы пусть будут хорошие, это я с тобой согласен. Спасибо большое, 150. Трек заслушаем обязательно. Кто, где ты, ща? Глиммерт. Ну, вот я. Take the tower now. We can just kill tower. Будем ловить чела, правильно? Не хватит, да, на него пока? Здорово. Как пофармил мой лесок? Расскажи ко мне, дружок. Вроде не особо получилось. Слышу там, издалека, из таверны, так сказать. Вятский, спасибо за 100. Новый патч. Слушай, не знаю. Хороший, люблю все новое на самом деле. На миньоре жестко ничего не поменялось, просто айон диски теперь бесполезные стали довольно-таки. И противнику их покупать, ну, откровенно говоря, в ламину должно быть. Это кайф. Это всегда кайф и вообще... Одобряем, так сказать. Одобряем и поддерживаем. Да. Работаем, работаем. Типов жарим. Вартпугны отпинали. Хорошо, по красоте. Да. Можно взять. Паладин Сворд. Слушай, нормально прешерим вроде. Но если бы противники сорвались бы вместе, поставили условно Хрона на Луну, она бы умерла, наверное. Я Яшу куплю. Ой, точнее, этот Каю. Темп у меня бешеный. Музычка приятная. We need to do pick off to go high round. They have a very good high round defense. Can easily just wait for me to explode Void or Lina, and then pressure. Just be ready and don't get killed yourself. Void is playing here, go catch him. Блин, как же талант на дальность дуэли заролил, на самом деле. Марс без БКБ, без ресурсов, бежит, 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 давай! Марс! Жестко, жестко. Бро, 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 сейв ми, сейв ми, найс, найс, найс. На Марсе. Ру просто. Чувак на Луне в это время пушит. Don't let them out. Луна is pushing. Go. Лина, 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 Лина. Так, ну вот этот вот. Ну хотя у него БКБ есть. Чейнстан. Да, не вышел. Не придержали их мы под собой. Хотя пытались вроде как. Я думаю, он нормально делал на самом деле. Просто уж байбек на Марсе, там туда-сюда. Классная музыка, кстати. Спасибо, Encoded Alex. Че у тебя? Бля, собирает. Да его маки бёрстят, его не с руки пинают на самом деле. А, Амперувен. Сатаником бы сперва все-таки купить. Я не знаю, мне кажется, ему жир нужен. Та-ра-ра.
Ребята, так, Рили, привет, Юр, покупал за баллы подписку, так и не подписал, и баллов нету. Все нормально, ты там числишься, просто у меня какой-то баг, я пока не могу оплачивать, сам дарить, как бы сапки, я это все разрешу, и тебе обязательно сапку выдам, не переживай. Вы просто посмотрите, с кем я играю, как бы. Просто оцените, так сказать, на секундочку, геймплей в этой карточке, так сказать. Ну да, ну да. Вот так вот надо играть на 7000 ММР, чтобы ты просто не проигрывал игру хотя бы в моменте с некоторым шансом. Потому что мы вполне это излить можем, судя по моим ребятам, я хз. Я не под вардом стою, но вообще вроде нет. Вот под бот. Если был бы под вардом, меня бы уже убили, я думаю. Найс фраг, хорошо так держать. Вот сам чисто интервью поставил, потому что я там не минировал ничего. Уа. The in my sea of love. Guys, we don't have Luna, they don't have only post 4 support. Relax. Have no deal. Ух ты! А я люблю музыку на стриме. И последний от меня на сегодня. Guys, what are you doing? Why you even go? We don't have Luna, what's your problem? Changes. Да, мои тиммейты. Обзитиме. БКБ че? Он даже БКБ на файт не потратил, я в шоке. Радикальные тиммейты требуют радикальных решений, правильно? Правильно. Заряжаемся и готовимся, так сказать. А черму я возьму. Давай ее сюда. What's the sickness? Так. Ман Мика. Спасибо большое тебе за 150. Большое спасибо за поддержку. Еще есть кто подолбил уже, да, Минки? Ага. Здесь сколько у меня стоит? 3. Ага. Спасибо тебе за 150. Последний от тебя на сегодня. Благодарю, заслушаем обязательно. Спасибо тебе большое за поддержку. Just wait, Russian. Don't do anything stupid, boss. Give up bottom tower. We can't fight for it. Have no mines there. Wait for us. Changes. Мощный композишн, однако. Come on, get down with the sickness. Sickness. It's a sickness. Так, как это убрать-то? Я что-то не пойму. Оп. Ну-ка, кис-кис-кис-кис. Ну, ой, ё-моё. Oh, shit. У него 20 этот. 25-й уже с бэктреком. Восемь. Хватит на него, я думаю, да? Восьмерочки. Пойдёт. Давай, иди сюда. Что там по Эль Рошану, интересно? Тут есть немного минок. Мне должно фартануть, чтобы я убил Вейда, короче, вы поняли, да? Тут парня слишком много. Включаем сборку, на КДР нам ничего не надо. А, у типа же еще резист к магии бешеный. Из-за слота. Сюда отведем чутка. Ага. Пойдем под Рошана поиграем. С его ви надо делать чутка. Алтекер, Кейн, алтекер. They may be smoked, guys, careful. Че, на лиге поймали? Ща бы в соло куда-то дойти.
Тут его вроде небольшим составом поймали, пойдет, живет. Ну, Рош, ед. Гурош, давай, давай, постоим сейчас эту. В круг мольбы свои направим. Блин, ну на линии ты был близок, чувак. Плохо постарался. Я бы тебя забрал, конечно, но... Постарался ты, откровенно говоря, плохо для этого. То ли дело сейчас. Ну это легчайший для нас Рошан должен быть теперь. Опа, халява. Минка, сюда иди. Благодарность, неплохо одобряем. Good player, спасибо, спасибо. Ну не зря же мы здесь все собрались, правильно? Good player тут по факту. Че, next hex? Эти же штуки не стакаются все, ага. Наверное, так и сделаем, посмотрим. Он на воде с БКБ играет или нет, интересно? Привет, спасибо большое за поддержку. Тимурчик, привет. Фармите уже почему кто-нибудь, нет, ну? Аналитики на матч G2 VS Complex City? Мамин подружка, здравствуй, спасибо тебе большое за сотку. Спасибо, что поддерживаешь. Слушай, ну я анализирую по мере возможностей, желания в том числе и, в принципе, настроя. Это же тоже, ну, такая непростая история. Вот у меня вроде выходной был, да, я везде аналитику заливал. Короче, буду давать на все, что найду интересным или возможным для себя в моменте. Дроп призм, а не призм. I'll give it to you, I'm close to you. They all alive, I'm not sure we should go like this, guys. Кому какое дело? Ой-ой-ой. We have no creeps, actually. И creeps kept on white, be careful about it. Найс. Меня видно, интересно, нет? Не могу покидать пока. Да, если что, я сбаем, пофигу. Да как же душится этот вард, пугны. Ё-моё. You see mines? They're very close to you behind. Just play on them. Как ты в хроносфере там, нормально, мужик? Ты рассказывай, если что, держи в курсе. Хроносфера туда-сюда. На пугне, оп, пупсик, ага. Well played, team. Very good job. Nice game. GGVP. Да. ПТС сюда. Быстренько, так сказать. Оформляем раздачу ММРов. Музыка, конечно, бодренькая. Ну, все, я раскачался, как бы. Да. Thank you, my friend. Yeah, thank you very much. Говорит, я затащил в соло. То есть, как бы не только я так говорю, правильно? Тут уже и тиммейты подтягиваются. Ну да, это жестко. Вот так вот исполняю 7000 плееры на минёре в миду. Палач по призыванию 19 фрагов. Ребята, отдыхайте. Я хорошо сыграл. Ну, фактаж, фактаж. Кривить душой не будем, лукавить тоже, если раб хорошо, значит, надо признать. Знаете, кто у меня кэрри? Кэрри 0.4 луна. Знаете, кто у меня на кэрри, так сказать? Луна 0.4 и 15 тысяч урона. Я в команде нанес урона, как 3 моих тиммейта.
Ну, почти как 4 моих тиммейта. То есть у каждого 15 тысяч, у меня 45. Просто, чтобы вы понимали, да. Ну и смотрим распределение по убийствам. Тоже, в принципе, очень даже интересно получается. И если бы я не был в этой команде, она бы проигрывала 100 из 100. Ну, просто вот 100 из 100. Я не знаю, как эти люди, что они хотят вообще. Но мы жестко едем с вами. Уже 7200. Уже 7200. Вы посмотрите. Муа. Просто белиссимо, белиссимо. Да, жесткий на стримере, конечно. Да, есть такое. Прикольный трек, Борланд. Ничего, так тоже бодренько покачивать, я бы сказал. Какой рейтинг был большой, самый большой это сейчас? Нет, у меня самый большой рейтинг был 7800, но это опотело нереально за ПТС. Я стримил с задержкой, чтобы не было стрим-снайпером. Переживал за каждую катку, сейчас мне вообще фиолетово. Но походу куда-то туда же двигаюсь. Мотивами. Но было бы естественнее и нормально, если я сейчас обратно бы откатился куда-нибудь на шестеру. Учитывая того, что тот факт, что стрим-снайперы все равно выпадаются, все равно залетают. Вот. А так было 7800 еще в те времена, когда это было топ-105 Европы. То есть почти в топ-100, так сказать, окунулся в тот момент. Чутка не хватило.